сделай складку. Нажали в мячи, стяжку в пятую позицию на полупальце, Соня. Пошли. И раз. И полупалец вернулся. И раз. Молодец. Верну вас стопы на земле. Раз. Стопы. Приходи в натянутые ноги. И раз. И натянули стяжка два. И раз, Полина. И два. Ручки вот здесь, значит, прижимаем. Так. Стяжка, не оставляй свой мяч на ноге. И раз. Ничего страшного, просто немножко поддулся. И два. Короче, такие. Все сегодня такие активные. Да? Ну, давай. Ноги натягивай. И раз. Стопы натяну аккуратно. И два. Вот сюда, не самовара, за спинку убирай мяч. Встали полупалец в стяжку, затянулись. И раз. Да. И два. Ноги натягивай, стопы. Ну, естественно. А колесо я буду делать? Повернулись. И раз, тяжко. И. Пошли. О, Никочка, успела? Здравствуй. Давай, заходи. Пожалуйста, ну? Во сколько? Нет, когда мне надо будет правильно свою честь. Угу. О, сегодня у тебя первый день? Чтоб хорошо занималась. Чуть-чуть еще через голеностоп сразу. Сейчас аппетитно. Нет, встали, встали в стяжку. Сонь, еще одна дорожка. На коленку, с коленки на руки встали. Пошли. Раз. И два. И два. Встала. Встала на ноги. Встала. С колен на ноги, да? С колена, да. С коленки встать на ножку. И раз на коленочку. И отсюда с коленки встаем на ногу. И раз. И два. На локтях или на руках? На руках. Ага. На руках. На руках. На руках. И раз. Два. И три. Три. И внутри встала. Четыре. Ну, конечно. Да встань на ноги. Зачем ты обратно на коленку? И встала. Ранда от ножки вместе. Наверху и опустим. И раз. Собирай ноги наверх. И два. Раз. И два. Собрал. Ну давай уже не падай, ты хорошо приземлилась. Чего ты падаешь? Вот он у вас уходит, и вы его в руки должны взять.
И раз. И в ручки взяла Тася Казанова. Пошли, Анюта. И... Да-да-да, молодец. Хорошо. Берем. И поднялась два. Ой, молодец, солнышко. Хорошо. Где ноги там? Ноги натяни только, подготовку сделай. И вытолкнулась. Мячик маленький. Что мы можем? Пока без мяча можешь. Главное, не упади, руки держи, они это нормально. Два. Ой, Соня, хорошо. Вячеслава, давай. И раз. И два. Ты втолкнулась на спинку аккуратно. И... Одну, потом вторую. А ты плюхаешься двумя ногами. Мне мяч постоянно. Дали, Сергей. Вот ты думай о том, что у тебя же еще ноги. Сделай ему. А сделай. Делай без мяча, пока не слава. Без мяча, но красивый, правильный. Тянула ноги. И раз. Натянутые ножки. Ну куда ты двигаешься? Я проскользила. Ты проскальзываешь, знаешь почему? И ты точно должна поставить ногу. Затянула ноги. И здесь стопы натянула. И попробуй только пройти. А ты какой цвет? Ты поставила какую? Дали, Сергей, давай на колено. Что? Да, натянула, все, пошла. И шпагат. Стопы натянула. И раз. И ручками ближе двигайся. И раз, и вытолкнула. Два. И потом раз. Мягко. Мягко. И раз. Кто-то тянет. Ну, три. Стопы натянули. Четыре. Анита, ты вперед, ты назад. Ты вперед, ты назад. Ты вперед. Все, кому сказала назад, ушли во вторую линию.
Бегом! Бегом. Так, вот туда берешь. Прямой. Раз. И два. И два. Нет, это низко. Вот ты прям отсюда прямой руки бросаешь. Раз. И два. Раз. Покажи. Давай. Еще раз, посмотри, еще раз объясняю вам. Вот, вы стоите. Раз. Смотрите, я делаю отбивку. Раз. И раз. И отбив два взяли. Вы, получается, его отбить должны и плечо. А пол и плечо. Нет. Вторая рука. И взяла два, да. Только красиво встанет. Вильсал головой.
Не слабо. Дальше. Через плечико. И раз. И взяли два. Да, только на месте делайте. И раз. И взяли. И раз. Как ручками, как я сейчас покажу. И два. Нет, не надо его туда пальцем. Я его ловлю, наоборот, у меня прокатывается. Ты прогиб сделала. Прогинайся. И раз. И взяла два. Она наоборот горбится. А? Она наоборот горбится. Еще раз посмотрели. Надо их поставить в прогиб с мячиком на спине, чтобы они поняли. А. Вот так всех раз. Вот так ставили, девочки. Мяч положили на спинку. Сюда, что ли? Ну вот там, в руках вот так. Вот, так, да. Вот этот прогиб, чтобы сделать. На спинку. Поставили мячик, прогиб. Перестал задание. Вот прогнись. Руки, еще. Девочки, смотрите, вот так. Сделали, прогнись. Соня, добрая кошечка. У тебя кошечка? Вот теперь, сердитая. Еще попу поднимай вверх. Нет, Соня. Да, Велеслава. Стой так, локти выпрями. Не надо его ронять. Плечи подними. Давай. Соня. Здесь прогинайся. Еще. А спинку поднимай. Вот здесь ямочка должна быть. Еще ниже колени прогни. Вот. И теперь клади. Нет. Еще сильнее прогнись. Еще больше. Это сделай ниже, а мостик выше. В спине. Ниже. Нет. Горб торчит. Выше. Вот. Еще. Ниже. Раз. Вот так ты должна поймать. Нет, держи. Зачем ты? Ты должна руками держать. Мы же его ручками ловим и все. А, хочешь удержать? Ну, давай. Вот, попой наверх. Вот ты стоишь, попой наверх. Вот сюда мяч положила. Ну, давай. Еще, попой туда. Прогнись еще живот вниз. Ну, у тебя, ну, так надо. Чуть-чуть коленочки согни. И, давай. Прогнулась. Еще ниже. Раз. Выше поднимай спину. Еще раз, побольше. Еще ниже. Раз. Колени выше поднимай корпус. И без попы здесь. Должна колени прямые, попу наверх. Это интересно. Не получилось. Да? Да. Еще корпус вот сюда. Соня, у тебя попу на. Здесь прямой. Оп. Давай. Смотри.